Всем доброе утро, это Устинов. Итак, мы стартанули в Москву на чемпионат Евразии. Сейчас покажу. По моднейшим автобанам летим, так сказать. Немножко новостей. Провели турнир в Ростове на прошлых выходных. Позитивно, как всегда, прошел турнир. Очень все было классно. 250 участников. Ну, в один день мы влезли. Задержек не было, все хорошо, супер, как обычно, на позитиве. На обратном пути я в Новороссийск себе заехал, в Краснодар, к Вове Рыбалка, записали третью часть обещанного мной интервью. Я думаю, что получилось неплохо, осветили многие аспекты, как раз такие немножко нелицеприятные, это расколы федерации ВПЦ, которые происходили. Как бы охватили немножко не все, но будет повод дальше еще продолжить. Интервью для меня такое было немножко тяжелое, переживательное. Не очень я люблю эти времена, так сказать, вспоминать, но недавно времени прошло много, уже давно на все посмотрел с другой стороны. Но в общем, посмотрите интервью. Очень, мне кажется, в итоге получилось хорошо. Почитал отзывы всем ребят просто. Спасибо большое, да, очень приятно за такие теплые слова. Впереди что? Впереди сейчас Евразия в Москве, потом лечу в Уфу. Ребят, кто из Уфы, кто рядом, обязательно приходите на соревнования, подавайте заявочку, прием заявок не закрыт. Плюс, повторюсь, я сам прилечу, мы вместе с Денисом постараемся сделать хороший, полноценный региональный турнир. Медали Денис, кстати, подготовил очень красивые. Вот, поэтому заявляйтесь. Хорошо. Также хочу напомнить, что у нас идет прием заявок в Челябинск на чемпионат России. Сейчас рассматриваем, скоро опубликуем уже медали. Хорошие медали, интересные. Нашли интересные, хорошие дизайн медали. Да и вообще соревнования в Челябинске всегда проходят очень хорошо, в очень красивом месте. Поэтому буду рад вас там видеть. И что у нас еще? Тольятти. Конец октября это Тольятти. В Тольятти мы вместе с Игорем Пузиковым вместе организуем турнир. Ожидается участие целых 4 суперзвезд, так сказать. Александр Луговой, Эмин Мамедов, Андрей Шарапов. Андрей, правда, немножко травмировался, но я надеюсь, что выйдет на помост. Также едет Александра Черновол, спортсменка очень высокого класса из Краснодарского края, будет поживо выступать, поэтому, ребятки, прием заявок также не закрыт, можете заявиться, ну или просто приходите посмотреть, соревнования будут очень крутые, именно уровень спортсменов, высокий уровень спортсменов, давно в Тольятти таких не было, но мы опять-таки работаем, чтобы этот уровень повышать. Ну, на этом все, за рулем, как вы знаете, надо ехать осторожно, в Москве будем, надеюсь, часов 9, завтра уже у нас первое взвешивание на Новоясенинской. Все ждем с хорошим настроением. Вот. И готовимся в воскресенье. Встречаемся в моднейшем Шератоне. Устроим классный турнир. Увидимся, пообщаемся. Зарядимся. О, на 90. Юрий Владимирович не нарушает скорость. Понятно вам? Все, увидимся в Шератоне.